Задорные песни и веселые танцы. 1 мая концертная площадка Зеленого театра наконец ожила после зимней спячки. Как раз на праздник труда и мира здесь программу насытили особо. Вот так с размахом в Центральном парке культуры и отдыха открыли парковый сезон. Пусть душа твоя не волнуется, и плохое все. Парковый сезон, говорит директор ЦПК ИО Александр Мелешкин, история сезонная. Зимой жизнь здесь замирает, и 1 мая парк начинает дышать полной грудью. Здесь появляется больше точек для активности и анонсирует мероприятия. Это будет традиционный воскресный вечер в парке по воскресеньям, концертные программы, арт-точка, более молодежные коллективы по субботам, кино под открытым небом, то есть здоровенный кинотеатр, приходите, 1300 посадочных мест. Очень классный репертуар подобрали в этом году. Не стоит забывать и о событийных мероприятиях. День города, День Победы и другие важные красные дни календаря также отмечают в городских парках и скверах. Да и не может такая активность не радовать жителей и гостей города. Мы с детьми сюда приходим, отдыхаем. Аттракционы, развлечения. Сегодня вот концерт хороший. Все классно. Сегодня гораздо веселее, интереснее, прекрасный концерт. Много развлекательных программ для детей. Вот, где они прекрасно играют. И в столь теплый и весенний день мы весьма рады и довольны. Открытие паркового сезона прошло сразу на нескольких площадках. На улицах Новоселова и Октябрьская также состоялись концерты. Но вдыхают жизнь в парке и скверы не столько концерты, сколько люди, говорит директор ЦПК ИО. Ведь чем больше людей в парк приходит, тем больше активностей там появляется. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».